В ближайшую среду женская волейбольная команда «Минчанка» продолжит свой еврокубковый путь. В первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ подопечные Виктора Гончарова в гостях сразятся с французским «Безье». Сегодня наша команда отправилась во Францию. Преодолев около 2500 километров, наши девушки во главе с тренерским штабом благополучно добрались до места будущей встречи. К слову, погода на Лазурном берегу дождливая и ветреная. Но, судя по настроению нашей команды, это никак не портит их боевой настрой. Задачи не только на этот раунд, но и на весь Кубок ЕКВ стоят максимальные. Готовились к этой игре практически 2 недели, как сыграли с сербами, не обратили внимания на команду, с которой будем играть. Непосредственно шла подготовка к этой команде, невзирая на то, что мы играли чемпионат Беларуси. Долетели, в общем-то, неплохо. Тяжелый перелет был только из Минска до Парижа. А так настроение у команды хорошее. Заселились в мою гостиницу. Сегодня тренируемся. Я думаю, что сегодня-завтра мы тренируемся. И послезавтра уже нас нет. Радует то, что нет травмированных игроков по сравнению с тем, что у нас было перед Сербией, перед Леканет. Очень было много. Лазарет, можно сказать. А сейчас все стоят, каждый готов помочь команде победить. Кстати, в том числе благодаря волейбольному клубу «Минск» во Францию отправилась съемочная группа нашего телеканала. Поэтому все самое интересное о подготовке и о ближайшем матче «Минчанки» эксклюзивно и только на «Беларусь-5».